Этим летом в Сургуте отремонтируют 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланировано обновление трех магистралей. На это выделено 440 миллионов рублей. К работам уже приступили. Подробности смотрите в сюжете. Долой старое тротуарное покрытие. Свой срок оно уже отслужило. Теперь нужно подготовить основание для нового. Совсем скоро здесь будет лежать брусчатка с тактильной плиткой. Параллельно подрядчик заменит дорожное полотно на проезжей части. Участок ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В планах в ближайшее время выйти с фрезерованием по основной проезжей части. В настоящее время у нас здесь работает, кроме нас, еще субподрядчик. По планам покрытие 19 тысяч квадратов по основной проезжей части, кроме этого тротуары где-то в районе 3500 квадратных метров и восстановление зеленой зоны. Участок дороги на улице Энергетиков от Майской до Энгельса на время ремонта будут перекрывать локально. Благодаря дополнительному субсидированию этим летом ремонтные работы выполнят на 8 участках общей площадью 100 тысяч квадратных метров. В этом году у нас округ просубсидировал ремонтные работы на общую сумму 259 миллионов рублей в рамках форума команды Югры. В рамках данного финансирования мы выполним ремонт 5 участков автомобильных дорог. Это у нас улица Дальняя, дорога на кладбище. В этом году выполнят ремонт проезжей части. Улица Автомобилистов и небольшой участок улицы Западная. В рамках дополнительного финансирования выполнят и капитальный ремонт на улицах Шедловского и Толстого. Помимо проезжей части обустроят тротуары и остановочные комплексы. Приступят к ликвидации колейности. Ее устранят на площади более 40 тысяч квадратных метров. Выполнят ямочный ремонт, обновят 4 тротуара, приведут в порядок и 9 внутриквартальных проездов. Завершить ремонтные работы намерены к концу сентября. Юлия Филатова, Елена Каткова, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.